Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Пальто Эвридика. 1999 рублей. Цена только сегодня. Действующая на телеканале. Ты знаешь, Лер, я когда тебя увидела в этом пальто, я сразу подумала о том, что вообще кардиган, вот, например, это мое просто спасение. Я его круглый год ношу, а вот в прошлом году, я помню, я его вместо куртки брала в отпуск. Так вот, ты знаешь, я пересматриваю фотографии, вот такая там хорошенькая, вот осенние листва, и вот похожий кардиган, как он уютно сочетается вот с этими красками осенними. Все-таки кардиган для осени – это идеальное приобретение. Ой, я с тобой абсолютно согласна, тем более, что когда это не только кардиган, а еще и вязаное пальто, а еще и длинный жакет, стильный, тогда эта вещь действительно в гардеробе незаменима. Тем более, что мы с вами получаем сегодня вариант нескучный, вариант получаем даже, я бы сказала, нарядный, потому что вот такая вязка, дворцовый еще принт у нас на этом кардигане. И посмотрите, какие сразу разные образы. Вот вам как раз варианты. Вот вам кардиган, вот вам пальто и вот вам жакет. Да, и сразу подбираем цвет под ваш цветотип. Так, друзья, напомню, что сегодня пальто, представленное за 1999 рублей, является предложением дня. Это брендовое пальто от бренда Ларичи. Ну, это говорит о том, что это эксклюзив, который представлен только сегодня на нашем телеканале. Ни в одном другом магазине вы его не найдете. Тем более вы не найдете такой размерный ряд и такую цветовую палитру. Давайте знакомиться с цветами. С удовольствием. Я сегодня выбрала для себя нейтральный бежевый цвет, но, кстати, бежевые тоже бывают разные, к вопросу о цветотипов. Холодный оттенок кофе с молоком или цвет капучино, как он называется сегодня у нас в заказе, это цвет, который идет холодным цветотипом, то есть он идет летнему цветотипу, барышням со светлой кожей, как у меня, с холодным тоном, и он, кстати, очень хорошо подойдет зимнему цветотипу, то есть смуглым брюнеткам. Также у нас есть цвет бордо, посмотрите, как эффектно он смотрится, он, знаешь, вот тем, чем мне нравится, тем, что он не маркий, но в то же время яркий. Да, это, кстати, отличный выбор для темноволосых барышень или для очень холодных блондинок, таких, например, как наша сегодня модель Татьяна Крицкая, которая его выбрала. О, а есть у нас еще и бирюзовый цвет, излучающий счастье и, кстати, спокойствие, да? Успокаиваешься, когда смотришь на такие оттенки. Рыжеволосые красавицы, обратите на него внимание, вам очень подойдет оттенок бирюзы. Еще у нас есть темно-синий цвет, кому? Темно-синий цвет нейтральный, классический, так что его может выбрать для себя любая абсолютно красавица. И терракотовый цвет, который, на мой взгляд, очень освежает. Терракотовый – это теплый цвет, это цвет весенних, осенних цветотипов, это такой вариант, который дарит уют и тепло. Слушай, ну с цветотипом мы уже определились, кому какой цвет, все уже поняли, подойдет больше. Теперь надо с размером определиться. Все-таки пальто – это верхняя одежда. Я всегда выбираю верхнюю одежду чуть-чуть побольше, чтобы она не слишком в обтяжечку была. Как ты посоветуешь? Ты знаешь, а здесь нужно не на размер побольше брать, вот чтобы она была не в обтяжечку, а просто выбрать размерный диапазон для того, чтобы получить наверняка идеальную посадку. Например, я выбрала для себя размер 50-52, у нас двойный размерный диапазон. Как видите, получилось совершенно комфортную идеальную посадку. Девочки поступили так же, выбрали свой размерный диапазон. В сдвоенной размерной сетке верхнюю одежду выбирать очень удобно. Выбирайте свой размер и экономьте сегодня 1100 рублей. Невозможно представить осенний гардероб без уютного, нежного, вязаного кардигана. Сделайте свой заказ как можно скорее, ведь сегодня вы получаете 3 в одном. Это не только кардиган, это полноценное пальто, правильно? И жакет длинный. Даже капюшон здесь у нас тоже есть. Кстати, капюшоны я всегда люблю, потому что, знаешь, часто уши простужаются у меня, поэтому я их всегда берегу. Если вдруг ветерок, оп, капюшончик накинули, и прекрасно. Ну да, осенью еще, может быть, не успел подготовиться к перемене погоды, и шапку с собой не взял. И здесь капюшон теплый, вязаный, нам с вами пригодится. Новинка осенней коллекции от бренда Ларичи. Хит коллекции сезона осень-2018. Успейте заказать свой хитовый вариант на осень. Пальто Эвридика. Кстати, я помню, когда он впервые был представлен на нашем телеканале, за один только эфир. Лер,
413 кардиганов было продано. Сегодня мы побьем все рекорды, потому что сегодня еще и дополнительная скидка действует. 1100 рублей. Цена только сегодня 1999 рублей. Но слушай, я предлагаю, раз уж мы называем его пальто, да, все-таки поговорить, из чего же создана эта потрясающая красота. Давайте посмотрим. Смотрите, вот этот потрясающий принт вывязан. Двойная вязка, сложная работа, сложная технически работа. Посмотрите, вы видите, вот она изнаночная сторона, не повторяет этот принт. Мы видим, что здесь сложное переплетение нитей, и вязка двойная. За счет этого и плотности мы получаем действительно теплую вещь. Поэтому называем, собственно, его пальто. У бренда Ларич, кстати, у одного из немногих собственное вязальное производство. Так что все контролируется, весь контроль качества сразу же у них. Что в составе? В составе шерсть, ее здесь 30%, и 70% акрила. Мне лично это сочетание очень нравится, потому что чистую шерсть я не ношу. Все-таки она достаточно колючая, не очень-то уютная. Согласна. На короткий рукав не наденешь, да? А вот акрил чем хорош? Он шерсть смягчает. И волокно в итоге получается теплое, но мягкое, комфортное. Причем очень хорошо вот такое полотно из плотной вязки стирается. То есть можно стирать совершенно легко дома. Раскладываем на горизонтальной поверхности, как любую вязаную вещь. Стирка, конечно, в холодной воде. И получаем такое же идеальное пальто. Гениально. И вот еще хочу добавить. Вручную невозможно такое воссоздать. Я умею вязать, поэтому заявляю это четко и откровенно. Ты знаешь, ну это, чтобы так плотненько. Нет, это невозможно. Я помню, у меня мама пыталась связать такой же кардиган, как у моей подруги. Он вот так вот издалека получился точно таким же. А если поближе, уже понятно, что нет такой плотности, как у изначального варианта на машине сделанном. Так, друзья, напомню, что сегодня действует цена самое-самое лучшее за всю историю телеканала Шоп-н-Шоу. Бренд Ларичи. Хит продаж. Сегодня для вас со скидкой в 1100 рублей. Успейте дозвониться. Это три в одном. Это кардиган. Это полноценное пальто. Это жакет. И все это брендовое изделие от бренда Ларичи. Будьте модны, будьте стильны. Почувствуйте себя уютно. Ты знаешь, все-таки, вот, Лер, вязаные вещи, у них что-то есть особенное, да? Вот их надеваешь и как-то сама вот смягчаешь, что ли. Ощущение совершенно другое себя, правда? Да, согласна с тобой. Но тем более, знаешь, все-таки в осень хочется, ну, чего-то такого уютного и чего-то такого очень комфортного. Другое дело, что не хочется, чтобы этот уют добавлял тебе объема. Пожалуй, это одна из немногих вязаных вещей в моем гардеробе, которая стройнит любую фигуру. Посмотрите, вот что делает силуэт кокон. Верхний тип фигуры – песочные часы, нижний тип фигуры. Любая барышня в таком кардигане, жакете, пальто становится стройной и изящной. Поэтому теплая не значит объемная. И не говорить потом, что все-таки верхняя одежда не стройнит. Посмотрите, какие стройные, эффектные девочки. Главное, очень стильные и неповторимые. Такого кардигана вы не найдете нигде. Спецпредложение дня. Успейте купить.